Всем привет! Вы на канале «Жизнь в штате Айова». Life in Iowa State. Посмотрите, какая у нас погода. Иду пешком, сказала, никого не жду. Телефон весь мокрый. Уже мокрый снег. Снег у нас обещали 100%, вот и 100% выпал. Сегодня там парковка была заполнена. Тот Carpenter's Hall, где у нас свадьбы, праздники проходят. Там сегодня было, ну, 525 вендоров. Это те, которые продают товары. Это церквушка у нас на углу. Тут славяне собираются, пятидесятники и единственники. Так, идем вперед, потому что я хочу успеть, пока светло, хоть что-нибудь заснять. Там должны быть... Раз в году у нас такое. А, вендоры продавали там всякие свои ручные изделия. Кто печет, кто вяжет, кто фотографии делает. Потом картины их делает. Что там еще было? Мыло, крем, крема. Кто принты делает на кофтах такое. Ой, мне кажется, не ту курточку одела. Одела вот такое пальто. Хоть бы спина не промокла. Ну, асфальт еще теплый. Видите, как там ярко впереди свет. Асфальт теплый, то оно, снег сразу тает. Кто-то меня называет колхозом, кто-то поправляет меня, когда я разговариваю. Просто я сразу говорю, я удивляюсь тех людей. Это ж не леньки. Опустить человека или обидеть, или думать, что они обижают, или опозорить, они думают, обозвать. Ой. Хотела бы мне послушать, как каждый, кто меня смотрит, разговаривает. Я точно не услышу никого с чистой литературной речью. Потому что чисто литературная речь только в книгах. Зачем мне так вести свой канал, если я так не разговариваю? Так что те, кто... мягко говоря, любит меня. Не напрягайтесь. Просто смотрите канал, наслаждайтесь. Смотрите, какая жизнь в Айове. Потому что тут никто из наших практически... Не практически, а я не, никто не ведет канал из наших славян. Вот. Популяция небольшая, но даже если те, кто живут, каналы не ведут. Так что и вот с этой точки мира увидите, как люди живут. Как красиво. Колокольчик, лампочка. Поезд наш. И сигнал. Это какой-то пулемет. Класс. Многие бизнесы украшали свои двери картинками разными. Это адвокаты, советники по финансам. Это наш банк. Называется «Вложите деньги вот сюда». Это наш магазин оптики. Пацаны в шортах. Вот прикалывается холодрыга. Они в шортах. Музыка. Разве это не красиво? Снег летит на камеру. Что там? Сейчас мы узнаем. О, зонтики надо одевать. Вот что надо. Ёлочка наверху. Тут живой олень пишется будет. Вау! Честно говоря, сколько живу в Америке, первый раз вижу живых оленей.
где они их взяли? Класс. Кушать им дают что-то. Пухнастые какие. Пожарка приехала, светит на них. Живой олень пишется. Merry Christmas. Смотрите, какая кожа оленя. И рог. Вау, они такие длинные. Я представляю, наверное, тепло было оленеводом. Ой, какой красавчик. Самки такие. Я не знаю, ожидают ли все такой праздник. Со снегом. Вот снег пошел на праздник. Вот кто-то украсил маленькие домики. Игрушечные домики украсили, как gingerbread, имбирные прянички. Северный полюс пишется. Конечно, когда снег идет, больше верится, что это Северный полюс. Класс. Конечно, это амиши катают лошадками. Класс. Я первый раз на таком празднике у нас в городе. Три года здесь живу. Я первый раз здесь. А я знаю почему. Потому что каждую ночь работала на выходные. А так как я сейчас в отпуске, то я отдыхаю. Это магазин Second Hand. Рождественские штучки, дрючки можно купить. Там есть. Пойду по скверу, пока не стемнело. Покажу вам. Это ресторан мексиканский. Это тот, который я снимала, показывала. Это джим. Спортивный клуб. Наверное, он закрыт сейчас. Это вложение инвестиций. Это зубник здесь. Там олени. Это церковь. Угощает печенюшками. Это тут продаются котлы, утеплители какие-то. Please take one. Вау. Что тут дают? Конфетки. Говорит, возьмите одну, пожалуйста. Я возьму. Если сказали, я возьму. Спасибо. Пламенный хитинг. Это сантехника и утепление. Это бар. Называется офис. Люди в баре. Елка, здесь было винтажные вещи тоже. Не знаю, что-то тут носят, переносят. Здесь винтажные вещи тоже продаются. Видите, какая старая люстра. Зеркала, уточки, украшения. Картины. Старинное все. Это тоже винтажные вещи продаются. Декорации, украшения, посуда, веночки, мебель. И это винтажная вещь. Класс. Все равно, когда праздник, все равно идет снег, не идет. Хорошо, движение перекрыли, людям не надо ждать, чтобы перейти дорогу. А там люди, наверное, в очереди стоят, чтобы
сесть на лошадку. Я бы сама такая, что прокаталась бы, проехалась бы на лошадке. Вот называется Dazzle Fest, фестиваль. Сейчас пойдем на музыку. Снегурочка. Я не знаю, кто Дед Мороз, не видно. Какой-то носатый Дед Мороз. Музыка играет. Я зашла в свой любимый магазин. Мой любимый магазин. Желаю печенька. Угощает кофе, но я не буду кофе пить. Потому что нужно спать. Завтра брата провожать надо. 6 часов самолет на Сакраменто. Надо уезжать. Прикольная кофточка. Я люблю такие. Тихая ночь играет. Там оказывается какой-то... Ой, что-то пахнет, это, наверное, ресторан. Там диджей, оказывается, в будке. А в этом магазине я никогда не была. Сейчас хотя бы посмотрю через витрину. Ага, для спортсменов, для охотников. Прикольно. Поезд, а чё ж поезд не ездит? Парикмахерская, она закрыта. Класс, мне кажется, больше всего праздника тоже добавляет, когда этот... О, какая светомузыка. Видите? Вот она. Так быстро, что не успеваешь. Тут можно покушать. Эти родственники зашли конфеты покупать. Вау, как красиво. Welcome to Candyland. Машут. А тут сумки делают кожаные. И кошельки. Какая машинка старая для кожи. Как я уже говорила, этот магазин открывается очень редко. Тут швейный магазин. Не так уж много людей, потому что снег разогнал всех. Мне хотелось бы вам передать это ощущение праздника. Почувствуйте его со мной. Мне нравится у нас на Курт Хаус вот этот
здание красивое и венок. Это риэлтор. Здесь дома продают. Кто-то припарковал своего оленя. Саньку. Класс. И назад к оленю. О! Мои два красавца идут. Муж и брат. Машу им, не видят. Же рука сейчас отвалится. Как же без елочки? И елочка у нас тоже есть. Какая красивая. Она тут растет, ее просто украшают. Вау, уже сколько снега нападало, смотрите. Ничего себе.
black.
Конец парада. Парад смотрите в отдельном видео. Классный парад, только я почему-то не видела наших медиков, парамедиков. Должны были быть парамедики, но что-то они не выехали. Я думаю, что не было кому. Или, может быть, очень заняты. Всегда менеджер говорит: пожалуйста, выйдите кто-то на парад, конфеты покидать. Но бывает, что они очень заняты. Класс. Я думаю, что праздник удался. Я вам напоследок оставлю кусочек сладости, сладких конфеток. Что-то тут дают пробовать какой-то Naxil Dip, только уже печенья нет. Надо попробовать. Это старомодные такие карамели. Мои любимые конфеты в виде ореха, арахиса. Смотрите, какая длинная конфета.
заморожено. Лапша. Это винтажные вещи. Посуда. Смотрите, какой веер. Настолько старинный, что уже разваливается. Вау. Смотрите, какие конфеты. Это, наверное, маршмеллоу в шоколаде. Да, маршмеллоу. Кристаллы. Это мыло. Вау. Винтажное старинное мыло. Обожаю такую посуду. Хрусталь. Горячий apple cider. Горячий такой яблочный сидр с корицей. Вкусно. Так, ну где же сладость? Где же сладость? Сейчас я вам покажу их. Вау, какие красивые подсвечники, смотрите. $20 штука. Ваза тяжелая, $25. Кто помнит такие телефоны? Возможно, у кого-то еще есть такие дома. Формочки. $35 такой слоновый набор. Если хочешь, можешь оставить что-то от себя, пожелание или кто здесь был. Мне нравятся эти чипсы. Всем спасибо за просмотр. С наступающими праздниками. Всего вам хорошего. Божьего благословения, здоровья. Вам, вашим детям, вашей семье. Всем пока-пока. Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь.